Сейчас начнется первая игра финальной серии Баварской лиги. Противник серьезный, поэтому надо прикладывать все усилия для победы. В предыдущей игре, в первой игре серии, встречались соперники команда «Рудаль» и «Вадентест». На наше счастье, они сыграли в ничью. Стас взял на себя роль диспетчера. Команда слушает его команды. Ай-яй-яй! Какая возможность была? Я, по-моему, опять пропустил по своему обыкновению момент удара, так как засмотрелся на онлайн момента. Ну ничего, ничего. Я думаю, еще будут эти моменты. Ай-яй-яй, не может никак протолкнуть мяч Леха. Был острый момент, и Стас спас. Потому что мяч проходил. Но это нам не страшно. Жека начинает атаку. Хороший заброс. Жека хорошо контролирует мяч. Ай-яй-яй, удар пришелся на Диму. Непонимание. Ну, ни к чему страшному это не привело, ничего страшного. Начинаем атаку снова. Заброс. Здорово. Ах ты, далековато, далековато. Фил хорош в защите. Опять. Так, вдвоем, вдвоем. Сан. Штанга. Чуть-чуть не был гол. Автогол. Не повезло. Фил идет на подачу углового. С этой позиции не очень хорошо видно. Стас должен принять, потому что мяч уходит от нас. Начинаем атаку издалека. Не прошел пас на Фила. Какие быстрые соперники. Ну ничего, этот хороший парень. Хороший в том смысле, что не попадает. По-моему, третий раз уже бил. И все в молочко. Ай-яй-яй. А это плохой парень, очень шустрый. Дэдбой. Так, Жека начал свои возмущения, раздвигает руками, плечи плечу немножко к голове подтягивает. Ну не идет мяч в ворота, а? Стандартная комбинация сработала.
1-0. За 6 минут до конца. Какой он медлительный. Ждет пока. Это еще один повод Жеке повозмущаться. Макс, молодец. Да что ты, блин, а? У него что, другой руки нету? Блин? Или он другой стороны света не знает? Блин? Только на север. Блин. Это я про судью. Так, так, пошла, шла. Атака, атака, атака. Жека, вперед! Ах ты! Это не опасно. Ну что, команда меня радует. Как наша, так и соперников. Наша радует своей собранностью. Настроим на атаку. Ну, блин, ну не идет мяч в ворота. Сейчас судья не среагировал. А должен был. Сам! Есть! Блин, опять что ли не попал в этот? Мне надо отрешиться от игры, вообще не переживать, а следить за камерой. Поскольку это мое задание на сегодня, с камерой работать. Молодец, Стас спас. Стас спас. Коля хорош, Коля хорош, красавчик. Счет 2-0 позволяет нам играть более-менее расслабленно, производить вот такие далекие пасы и вот такие недалекие удары. Ну, от Лехи такие соперники не уходили. А Стасу такие голы не забивали. Фил. Ах ты! Уронили Лёшку на пол. Можно, 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 можно. Когда вратарь подавал, Фил показывал рукой, куда ему бросать, наверное. Молодец, пробей! Ах ты, рядом со штангой. Еще полторы минуты. Слишком высоко. Угловой. Ну как Стас летает, а как летает Стас?
Не опасно. Наш Ленин опять показывает дорогу, которой должен следовать мяч. О-о-о-о-о-о. А мог бы перекинуть. Жека же. Пять секунд.